анонс и точная дата выхода 14 серии 7 сезона сериала «Саша Таня». 14 серия сериала выйдет на телеканале ТНТ 27 октября. В новых сериях мы увидим, как перед семьей Сергеевых встает новый вызов. Алешка идет в школу, а это значит, что делать уроки придется и родителям. А Таня еще претендует на должность главы родительского комитета, ведь она должна первой узнавать, что происходит с ее ребенком. Но ее поджидает абсолютно неожиданный конкурент. У Саши появляются новые рабочие заботы, ведь ему наконец-то доверяют клиента с приставкой VIP. И не кого-нибудь, а саму Ольгу Бузову. В то же время Сильвестр Андреевич отчаянно борется за свой бизнес. Хотя ему активно мешают буквально все, от старых знакомых из 90-х, до Евы и даже Гены. У героев полным-полно новых проблем. И кажется, что в семье Саши и Тани все только начинается. Но герои не забывают важнейшую истину. Ипотеки приходят и уходят, не в них счастье, ведь главное – это семья. Напомним, 14 серия сериала выйдет на телеканале ТНТ 27 октября. Если вам нравится сериал, и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.